рубрика «Распаковка чек». Наконец-то я готова. Я не знаю, как вот остальные, но лежали подарки уже сколько? С тех пор, как мы уехали. Неделю, наверное, точно. Да, неделю точно. Девчонки мне подарили, и вот никак руки не доходили. Сегодня, наконец-то, дошли, выходной день, и я готова приступать к распаковке. Даже чуть-чуть уже пыль на это что-то. Так, а от кого опять непонятно? Они же вроде все подписывали. Там, может, внутри открытка? Ну, внутри открытки. И нету открытки, представляешь? Ну, ладно. Сейчас как-то сами потом мне напишите, от кого. Так, это долгий процесс, отключаюсь, сейчас пока. Так, ну что, когда тебе уже за 40, в основном подарки заключаются в сервизах. Так, сейчас бы только не раз... Что там такое красивое, аккуратно. Так. Вау! Какой красивый чайник из серебра. Это кофейник. Это молочник. Да, тоже, мне кажется, для кофе. Молочник. Какой молочник? Это кофейник. Нет. Мне тоже что-то показалось, знаешь, как Аладдин для кофе, да? Нет, это молочник. Посмотри, там проба есть на дне? Может, это серебро? Там на коробке это было. Это серебро что-то. Есть. Конечно же, это серебро. Просто я не пойму. Может, мельхиор? Красивый какой. Сейчас узнаю, от кого. Есть такие заветные коробочки, которые я увидела и сразу открыла, как только приехала. До распаковки они не дожили, но в любом случае сейчас вам покажу. От Женечки моей. Смотрите, какие клевые шляпки. Эрмес. И вот такая вот у меня уже такая оранжевая есть, да. Теперь вот поменьше, очень классная. Такого молочного цвета. Женька, спасибо огромное. Так, уже вижу коробки, которые подписаны. Смотрите, какая красивая открыточка. Ксю, мы тебя обожаем. С днем рождения, Настя и Тамара. Очень красиво. Вот какой милый открытка, нереально. Так. Что там? Коллекция серебра пополняется. Пополняется. А, вот как раз молочник к чайничку. Класс! Так, тоже открытка. Обожаю, когда подписывают открытками. Дорогая наша Ксю, мы тебя очень любим. Будь самой счастливой, Жанна и Карина. Девочки мои, Жанна и Карина. Когда... Девчонки часто приезжают к тебе в гости и наблюдают, чего у тебя нет за столом. Поэтому... Ой, какая миленькая тоже. Боже. Это сахарница, да? Да. Куда делся цвет? Вернулся. Ой, какая миленькая. Смотри, набор собирается. Да, 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 да. Еще а ложечка там есть? Посмотри внимательно для сахара. Нет, ложечки. Кого-то прям очень большой пакет, аж даже присесть не может. Ой, это сейчас надо. Это от Наташи Ванниной. Я уже видела. Так. Сейчас подойду поближе, вам покажу. Сейчас, секундочку. Ага. И теперь... Без ножа не обойтись. Короче, девчонки сгруппировались, договорились и купили мне очень классный. Набрали мне кучу всякой красоты. Здесь даже... Ого! Что там такое может быть? У меня два предположения. Что-то очень тяжеленькое, я вам хочу сказать. Так. Так, хоба. Слушай, какая красота, я поняла. Это, тут ножи и вилки, оп! Ножи и вилки, боже, Наташа. Какая красота, сейчас я достану.
точно, ложки. Какая красота, ложки. У меня тут ложки пропадают. Так, подождите. Ура! Тетя Ксюша, ты молодец, смотри на нее. Ложки, вилки и ножи. Короче, сейчас мы все это... Мам, ты умеешь это ставить? Ага, умею. Иди, помогай. Я вам не видела, а так, ура. Пока, не все, пока все не перебило. Ну, что у меня... Нету. Это должны... Мы уже должны быть умными людьми и понимать, как это делать. О, какая умная человек. Вот, раз, два, три. Нет, четыре, пять, шесть. Вот так. А как же хватать? А потом вот отсюда забираешь, нет? Смотри, вот для маленьких точно. Раз. Может, наоборот, вот так вот? Ну, тут импровизо, как хочешь, импровизируй. Два, три. Мне кажется, что так. Четыре, пять. О, это больше видно. Раз. Ой, какая умная у меня дочь. Да? Ну, я не знаю, я не уверена, что это так. Мне кажется, что так. Ты импровизировала. Главное, чтобы моя импровизация... Серебряный звон. Класс, красота. О! Так. Карины и Жанны. Ничего себе. Второй подарочек еще, девчонки. Так, а здесь что? 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 Что еще может не быть? А вы увидели это. Ой, это что, хлебница? Ты что, на одного человека хлебница? Это сушница. Сушки туда. На одного человека. Здрасте. Привет, Лёв. Ты привез вещи? Да. Все. Так, 40 лет. Это я знаю от кого. Это я тоже знаю. Что она написала? 40 лет как бы. А, как бы. Это от Натусика и Ванюсика. Моя малышка, спасибо, что ты у меня есть, спасибо, что так много прошли вместе, моя сестра, моя верная подруга, пусть только доброе будет, пусть только добро будет рядом, любовь и успех, очень люблю. Спасибо, мальчишка, я тебя тоже очень люблю, что ты там купила? А я знаю. Ну, коробки все в одной цветовой гамме. Это Тиффани. Я еще в Дубае их знала. Как она зеленая. Это Тиффани. Эти чашечки знаменитые. Ой, какие классные, нереальные. Спасибо, кисуль. Вообще, для лимонадика, для колы. Поехали. Этот сертификат тебе на крокодиловую келью. От Лены и Мити с днем рождения. Гермес. Значит, моя любимая Ксюша, смотрим... Смотри на балерин и вспоминай меня. Мы очень тебя любим, моя дорогая подруга. Леночка, спасибо огромное. Боже, ты знаешь, как тяжело дались мне эти статуэтки. Мои любимые тоже в этом, кстати, в этом цвете. Это те самые, которые... Да, те самые, которые мне... Потерпели крушение. Доставили разбитые. Лена в итоге в Испании заказала надежную доставочку. Так, надо сейчас аккуратно. Это что, они как картошку, что ли, кидали, эти шапы разбитые? До этого, да, разбили же. О, вот эти вещи я люблю. Это вообще сказка сказочная. Да. Балеринки пришли. Так, а я теперь не знаю, как вот это зеркальце. Ну-ка, зеркальце, скажи. А, вот, вот она ручками встала. Держит, вешаем, она руками держит. Это ты отойди. Красивая, красиво. Да, изумительная. Мам, а это что? Что? Это держа... Это вот такие крепления должны быть, чтобы держала. Должны быть. Тогда... Должны были быть. Так, а теперь сакральное чудо. Аккуратно. Аккуратно. Смотри, какая красота. Вообще нереалка просто. Надо протереть.
Ну все, Лен, смотри, я же прям отдельную полку даже выделила. Это сюда перенесла. Это здесь. Моя красота. Смотрите. Мы летаем. Тамарин подарок сюда поставил. Мои девочки здесь все любимые. Ой-ой! Куда вы залезли? Объясните мне, пожалуйста. Так. Любовь, Сергей, Любовь. Это все мои домашние. Кто со мной работает? Дорогая Ксения, с днем рождения. Желаем гармонии, счастья, здоровья. С любовью к вам, ваши верные помощники. Любовь, Сергей, Любовь. Так. Смотрим, что там за красота. Сейчас отрежем аккуратненько. Куда мама-то убежала? Я здесь. Ты это помогаешь мне? Мне кажется, это скатерть. Не знаю, что я фанатка. Не знаю, что это. Нет? Не сервицу тавола написано. Сервицу тавола. Можно посчитать, что написано? Это Люба, Сережа и Люба. Смотри, какая красивая. О, нереально, да? Как раз большая для стола для нас. А кто такой Люба, Сережа? Наши Люба, Сережа и Люба. Да? Да, смотри, какая красивая. Я знаю эту открытку, мы выбирали а вместе. А это эти. Салфеточки красивые, смотри. Мама, мы это выбирали вместе. Вместе выбирали? Да. А это что? Это все 12 человек, наверное. 12 персонажей. А, это под тарелки. Под тарелки вот так вот ставится, на них тарелки. Надо не ронять. Все, класс. Мам, туда же колечко. Так, сейчас твой какой, мам, подарок? Это? Да. Это баба Галя. Это баба Галя, это твой, да? Нет, это общий. Вот это ты и баба и Галя, не да? Не открывай, это на другой стороне, я сейчас написала. С любовью для Ксении, команда Люмьер. Нет, это нечаянно попало с другой стороны. А, любимые дочки от мамы и бабы Гали. Ты так взяла другую? Ну я быстроходна. Команда юниор, короче. Так. Бабгали 76 и дочь 62. Это от тебя и бабы Гали, правильно? Да, вот такой бытовой простой. Ой, я вижу там. Что? Ты чего, нереальный? Так, сейчас открываем. Вот это молочник. Да, я почему-то тот перепутала, это кофейник. Мама! Ой, какой красивый. Ничего себе. Дорогучий. Спасибо, маму. Ой, какой зайчик красивый. Нереальный. Так, это что? Сахарница? Это для завтраков, да? Да. А там крышечки нету разве? Есть. Давай еще раз. Эй, помоги мне аккуратненько открой. Спасибо, да. Понятно. Ты другого кадра не нашла? Понес. Над подушкой только, пожалуйста, там не капули им ничего. Ой, как масло завернуло. Сильно завернуло. Это такой летний вариант. Все, открыли. Ты успокойся. Ну, это вообще уже такие ворота. Красиво очень. Все, дай ставим. А это сюда. Вау. Красота. Куда поставили? Ты не знаю. Надо куда-то поставить все тоже. Ну, попробуем. Так, а это кого? Ты все снимаешь? Да. Ксении от Вандер. А, это Вандершоп. Класс. И молодцы. Только позаботился, подумал. Прислал подарочки. Так приятно.
Как будто день рождения, если ты должна. Не заканчивай. Эй, помоги, там еще что-то есть. Ой! Это коробка в коробке, коробка, коробка, коробка. Это свечка? Свечка. Аккуратно. Тэй, ты уронила костюмчик. Ой, там нет. Там нет? Прикольно, как посмотреть. Тэй, это мне. Свечка-то необычная. Это мне. А, это кот. Видишь? Да, я видела в очках. В очках, кот в очках. Это не тебе, это мне. Все, супер. Смотрите, сейчас снег на улице, просто отвратительная погода, и кажется, что эта зима не закончится никогда, но на самом деле обычно весна наступает очень быстро, да, и весна как раз время приводить себя в порядок и готовиться к пляжному сезону. И сейчас расскажу о своих фаворитах на пляже, потому что я когда часто путешествую, меня все время спрашиваете, и... Там нет времени это все снять, поэтому сейчас покажу в Москве, что я люблю. Об этой косметике я неоднократно вам рассказывала, да, если пляж, то только Сен-Барт. Это моя самая любимая косметика. И на Spa Dream появился лимитированный набор, который называется «Круиз на остров». Вот так вот он выглядит, сейчас я вам покажу, смотрите. Вот такой набор, открываешь, и там... 4 просто самые крутейшие продукции, которые могут быть для пляжа. Круче этого ничего нету. Собственно говоря, сейчас подробно вам расскажу, что есть в этом наборе. Масло, значит, смотрите, масло помадного дерева, просто офигенное. SPF 6 у него, я всегда его беру с собой. Еще вот иногда беру вот в таком вот формате, чтобы мне точно хватило. Увлажняющий лосьон для тела, масло авокадо и гель алоэ вера с мятой. Знаете, да, что обязательно нужны такие гели с алоэ вера, да, после загара, особенно если вдруг, не дай бог, вы обгорели, это самый офигительный спасатель. Что самое важное, что сейчас на Spa Dream есть просто офигительная акция, да, значит, смотрите, акция заключается в следующем. Первая акция – это скидка 15% на заказ от 5500. И промокод «Март» вы должны назвать. При этом при заказе от 10 тысяч рублей вы получаете весенний бьюти-бокс-подарок с очень крутым наполнением. Количество бьюти-боксов ограничено, имейте в виду, поэтому все ссылки на Spa Dream я вам оставляю, переходите и заказывайте. Вообще это очень крутой сайт, всю вот продукцию классную, да, я заказываю там, и даже те марки, которые поуходили, там они есть.